Наша Таня громко плачет, уронила в речку. Все мы знаем эти строки. А кто-нибудь знает, что случилось с Таней дальше? Группа Айова знает и поведает тебе об этом в своем новом клипе. Что с Танечкой-то случилось? Куда она идет по жизни? Кого она встречает и чего она хочет? А хочет она свободы, и хочет она все-таки перестать плакать и взять себе в руки, и взять свою жизнь в руки. На съемках артистам пришлось попотеть, так как многие моменты сняты одним кадром. Мы работали 24 часа, по-моему, ну, не останавливаясь. Был кастинг, и мы нашли красноволосую, клевую девчонку, которая танцевала, не останавливаясь. То есть вы проводите кастинги, и все желающие смогут в них участвовать? Конечно! Вау! Вы это слышали? Конечно, может попасть любой в наш клип. Я не верю своим ушам. Радуйтесь, все поклонники группы Айова. Хотя Катя уже начала замечать что-то неладное из-за расспросов про кастинг. Ты хочешь сняться у нас в клипе? Да. Я не понимаю. Да, вот к чему все вопросы-то. Да, конечно. Ты очень яркий. От такого комплимента я потерял сознание и больше не мог задавать вопросы. А вам советую лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Новый клип группы Айова на песню «Бьет бит» наполнен яркими и позитивом, от которого хочется танцевать, не останавливаясь. Смотри новый клип в эфире Европа Плюс ТВ и помни о том, что, возможно, ты сможешь стать главным героем следующей видеоработы группы Айова.